Международный день памятников и исторических мест директора ивановских музеев и библиотек отмечают, как говорится, без отрыва от производства. Сегодня организован круглый стол по вопросам пропаганды и популяризации культуры. Ученые мужи рассуждали, как сделать ивановские памятники архитектуры и культурного наследия частью жизни всего поколения. Интерес к культуре у ивановцев есть. Его надо усилить и закрепить. Каждое издание, оно не проходит бесследно. То есть видно и отклики людей, и письма приходят, и звонят в редакцию, и благодарят. Потому что людям интересно, в какой среде они живут. Интересна память прошлого, и людям интересно оставить свой след в истории. Из конкретных мер – организация семинаров и круглых столов для представителей общественности, экскурсии в музеи, акции в библиотеках, открытые прогулки по городу, а еще издание краеведческих книг, специальные уроки по культуре для школьников и студентов, областные конкурсы. Один из таких стартовал сегодня. Называется он «Лучший проект пропаганды». Участвовать могут все желающие, границ идеям нет. Единственное условие – креативная задумка, как популяризировать объекты культуры нашего региона. Оценит полет фантазии компетентное жюри. Много узнаваемых людей. Мы пока громко не говорим, кто там будет, но мы надеемся, что это все-таки будет интересно, это будет здорово и, конечно, все во имя и во благо объектов Ивановской области. Итоги подведут в ноябре. Победителем будет признан тот, кто сумеет рассказать о наследии легко и занимательно. Пока идет конкурс, в Департаменте культуры будут думать, как бы еще привлечь к памятникам культурного наследия побольше людей. Мария Авдеева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.